экспериментальная наука, которая занимается высшими функциями, памятью, сознанием, коммуникацией, вот всеми этими вещами, она находится в кризисе. Поэтому ясно, что нужно что-то придумать, какой-то другой подход. Ведь мы что делаем? Мы там по голове там мышку ударяем и смотрим, чего она после... Это неправильная идея. Если мы хотим узнать, что делается в голове у этой мышки, условный, да, там, то как вы собираетесь это узнать? То есть понятно, что датчики можно хоть вовнутрь засунуть, хоть вне там их поставить гору. Ну и что? И вы запишете вот этих кривых 8 тонн. Дальше-то наступает этап интерпретации, а вы так будете интерпретировать, я этак, а вы этак, и что? То есть, ну, совершенно ясно, что какой-то этап, переломный этап, что мы что-то не то видим и ищем не то.